Среди ученых есть такие, кто склонился к тому, что беременная и кормящая женщина также получает степень старого человека. Поэтому они кормят бедняков и не восполняют пост. Однако правильное мнение обладателей знаний относительно беременной и кормящей женщины – они получают степень больного, выздоровление которого ожидаемо. Поэтому мы скажем беременным и кормящим женщинам, что они могут прервать пост, а когда это оправдание, по причине которого им стало дозволенным прервать пост, пройдет, то они должны восполнить пропущенные дни поста. То есть, если женщина кормила ребенка 6 месяцев или год, то по прошествии года она должна восполнить пост. Если она была беременна, то после родов ей нужно восполнить пост. А если эти циклы у нее продолжались 2 или 3 года, то относительно этого мы скажем, что на ней лежит обязанность восполнения поста, когда у нее появится такая возможность. Обязанность восполнения поста спадает только с тех, кто, скорее всего, уже не выздоровеет и не сможет восполнить пропущенные дни поста. А это старые мужчины и женщины, которые кормят бедняков и не восполняют пост.